Валентин Туламбасов за рулем давно и точно знает, чего требуют пассажиры и как следить за своим автомобилем. Автомобиль убирается каждую неделю, на выходных загоняется на мойку, промывается. И среди недели, если эта погода, конечно, грязная, он обязательно тоже загоняется, обязательно тоже моется. У меня печка работает, у меня в этом плане обязательно, потому что автомобиль мой, личный, поэтому за техническим состоянием слежу я сам. Чистота салона маршруток и температура внутри, почищенные ступеньки – вот на что обращают внимание сотрудники Департамента общественной безопасности. Главная цель – проверить, комфортно ли пассажирам пользоваться маршрутным такси. Они должны все-таки относиться к транспорту надлежащим образом, чтобы люди ездили в комфортных условиях и чтобы не было нареканий. Поэтому я призываю и руководителей, и водителей, в первую очередь, чтобы они следили за чистотой своего автотранспорта. А дорожные инспекторы проверяют техническое состояние машин, чтобы горели все фары, чтобы оборудование было только заводское, не было лишнего тюнинга. Следят также и за внешним видом авто. Госномера должны быть чистыми. В случае выявления неисправности и водителя, и фирму-перевозчика ждет наказание. Водитель привлекается к административной ответственности, значит, за то или иное административное правонарушение. Значит, водители опрашиваются. В случае выявления, значит, признаков административного правонарушения стран должностных лиц, то есть лиц, которые допустили транспортное средство с подобного рода нарушениями, значит, также будет проводиться административное расследование. Такие рейды в местах стоянки маршрутных такси инспекторы проводят регулярно. Один экипаж за рейд выявляет в среднем около 10 нарушений технического состояния маршруток. Но с каждым разом неисправности становится все меньше. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.